Эля надела полушубок, замотала голову вязаным шарфом, валенки, предупредительно повернутые голенищем к печи, насунула на ноги подошвами, почувствовала настоящееся в них мягкое тепло. Хмель в обуви лежит. Аким шел в сапогах, значит, ненадолго. И эта маленькая радость опахнула сердце теплотою, отодвинула в сторону печали. Много человеку, особенно женщине, надо. Погладь, приласкай и замурлыкай, на лапках присядет, к теплому прижмется. Жиденькая, морковная зарица таяла за дальними перевалами, пришитыми неровным швом горной тайги к низкому серому небу. Тишина кругом лежала, такая широкая и плотная, что нет, мнилась, и не было нигде никакого движения и жизни.